Всем привет, с вами снова Добрый Макс, и мы продолжаем проходить замечательную игрушку Unepic, не эпичную игрушку. Ну и напомню, что в прошлой серии мы с вами почему-то очень усиленно и очень быстро теряли здоровье. И, к сожалению, как это ни странно, я хотел, конечно, начать запись с того, что показать вам, каким образом эта проблема решается. Но почему-то так получается, что, несмотря на то, что вот нужно всегда возвращаться к Нимбу для того, чтобы сохраниться, на самом-то деле игра сохраняется сама по себе. В общем-то, небольшой сюрприз. Ну, ладно, ничего страшного, я надеюсь, не произошло. На самом деле, где-то вы не увидели минуты две, две с половиной. Задачка эта решается очень просто. На самом деле, когда вы открываете инвентарь, вы видите здесь, вот конкретно здесь вот у меня была такая вещь, и вот в этих трех слотах. У меня тут были пиявки. То есть, оказывается, то, что у меня, значит, съедало здоровье по 4 единицы, это означает, что на мне висело 4 пиявки. Но будет возможность, я вам обязательно продемонстрирую этот момент. Вот, каким образом от них избавляться? Предельно просто, на самом деле, тут никаких, значит, ну, особенных моментов нет. Вот. Так что, в общем-то, достаточно просто все решается. Поэтому мы с вами можем продолжать двигаться дальше. Так, ну и ладно. Достаточно много, кстати говоря, у нас с вами вещей. И есть что продавать, в принципе. Но пока мы никуда не побежим, а продолжим проходить. Так, а я там могу где-нибудь поближе перебраться? Так, вроде бы нет. Ну, не будем мудрствовать лукаво. Давайте пешком прогуляемся. Не будем телепорта использовать. Так, здесь у нас, по-моему, библиотека. А, нет, ключ от сада, да, совершенно верно. Так, ну и насколько я понимаю, когда я выхожу или умираю, что так. Так, а я написал здесь, сделал пометку, что это сад. Рычаг, катакомбы. Ну вот, как казалось, нет. Давайте это сделаем. Сад. Так, минуточку. Сад. Отлично. Так. Ну что ж, давайте. Здесь, как вы помните, у нас... так, подождите секундочку. Сейчас пытаюсь просто вспомнить, что тут у нас было, потому что я, в принципе, в игру не играл, наверное, дня 4. А, ну да, совершенно верно. Давайте посмотрим по заданиям. Так, мечты сбываются. А, ну это понятно. Это по поводу самок. Кстати говоря, можно этим заняться. Будет сейчас огненная кузня. Угу, понятно, это нужно собрать. Потерянное кольцо, это папоротник нужно собрать. Статуя Посейдона. Нет, это мечты сбываются. Статуя Посейдона, это вот что. Угу. Папоротник тьмы. Так. Ну и здесь, я, честно говоря, не помню, на чем мы закончили. Давайте прогуляемся. Круто. Так, это все? Интересно, и обратите внимание, что здесь, в общем-то, даже нет ни фонарей, ни факелов, которые можно было бы зажечь. У меня плохое предчувствие, что сейчас мы добегаемся. Интересно. Вы посмотрите, да, такие изолированные комнаты. Я, честно говоря, не помню этого своего прохождения. Так,
Здесь мы только что с вами спускались, совершенно верно. Это, видимо, очередная загадка. Так, вот здесь мы только что были. Так, остается только вот этот выход. Забавно. Вообще, конечно, Анепик навевает такие непростые ощущения, тревожные. Так, ну и ладно, давайте. Чем мы с вами займемся? Попробуем все-таки разобраться с осеменением самок, что ли, да? Да, почему бы нет? В принципе... Так, здесь нам надо побыстрее пройти. Так, ну и в общем-то вроде бы мы научились с ними справляться. Ну, как относительно, конечно, научились. Так... Самое отвратительное, что здесь, когда выходишь, допустим, в карту, так, отлично. Вот, когда открываешь карту, игра не прекращается. Отлично. Так, поэтому здесь нужно быть предельно аккуратным. Так, по-моему, где-то здесь это было. Так, а минуточку, я же могу... Да, совершенно верно. Я могу туда перебраться с помощью телепорта. Поэтому давайте-ка мы вернемся назад. Так, вовремя я, собственно. Так. Так, давайте так и сделаем. Немножко серия у нас сумбурно началась. Прошу за это прощение. Просто каждый раз, когда возвращаешься в игру, в которую какое-то время не играл, так, по-моему, это сюда. Вот, приходится заново привыкать. Так, где мы сейчас находимся? Нет, нам нужно не сюда. Скорее всего, сюда. Ну, правильно, совершенно верно, это же шахта. Ну да. О, как их много. Вы знаете, у меня такое ощущение, что каждый раз, когда возвращаешься сюда, их количество соразмерно увеличивается. Так. Да, с этими муравьями надо быть предельно аккуратными. Так, ну и давайте возьмем копье. Ну да, с ними мы с вами научились справляться так, чтобы они нас не, ну, не повреждали. Так. Отлично. Так, супер. Ну и, по-моему, нам нужно куда-то вот сюда. Да, совершенно верно. Так. Давай, дружище. Я так думаю, что на самом деле сейчас нам тоже будет не очень хорошо, а довольно-таки плохо. Так, пока я тут говорил, меня уже успели порубать. Ну ладно, ничего страшного. Вот, но тем не менее, проще нам будет все равно справиться с тем монстром, который охраняет самок. Так, ладно. Гораздо проще. Так, отлично. Это нечестно.
Да, а между тем, вы знаете, очень здорово мы научились с вами справляться с помощью лука, потому что прокачали это умение довольно-таки неплохо. Так. Ну и что же? Давайте-таки попробуем. Так, помнится, в прошлый раз я хотел использовать лук для того, чтобы пока он к нам бежит, мы с вами успели с ним что-нибудь сделать. Отлично. Ну вот, как оказалось, моя догадка была верна. Так, тотем Хоргана. Отлично. Ну и наконец-то мы выполним это задание. Это будет круто. И здесь можно еще куда-то ниже спуститься, да? А, ну понятно, чтобы к той самке пробраться. Ну что ж, друзья, слабонервных прошу удалиться от экрана. Сейчас мы будем осеменять самок. О, какой кошмар. Я не хочу на это смотреть. Так, как насчет того, чтобы вернуть мою форму? Кошмар. Мы что, так и будем так бегать? Ой, я чувствую, что я сейчас об этом пожалею. Так, это еще они под музыку делают, да? Замечательно. Я прошу прощения, друзья, за эти звуки. Ой, кошмар. Так. Ну и посмотрите, как неплохо мы справились с нашим луком, да? То есть он даже не успел до нас добежать. Это круто. Слава богу, что этот момент выглядит сокращенным. И хорошо, что я вот очень благодарен разработчикам, что они закрыли все это шторкой. Так, ну и что же мне делать? Где же мне найти свою форму? Вы знаете, бегать нагишом не очень-то хочется. Но, скорее всего, нам сейчас вернет ее вот этот вот джентльмен. А моя поздравлять, могучий самец. Как прошло благотворение? Ух, отлично покувыркались. Я еле ноги передвигаю. Ты великий вожак. Ты получаешь топор Хорган. Так, топор Хоргана мы взяли. Это круто. А, подождите, я понял. То есть на самом деле у нас все это есть. Просто нужно опять это все одеть. Круто, круто. Так, значит, снарядить. Что у нас? Кольца по-прежнему все на месте, да? Так, снарядить. Все понятно? Так. Я что-то не совсем понимаю. Снарядить. Отлично. Так. Нужен третий уровень навыка доспехи. У меня же он есть. Так, друзья, я что-то не совсем понимаю. Почему-то у меня уровень доспехов на первом уровне. Уровень на первом уровне, все понятно. Так, ну, даже не знаю, в чем здесь дело. Телосложение у меня причем почему-то 5. Или я так и прокачивал. Тут какая-то... Я не пойму, что произошло, честно говоря. Ну да ладно. Так как у нас доступных очков 5, давайте все-таки в доспехи вкачаемся. Если кто-то понял, что здесь произошло, то обязательно скажите мне в комментариях, потому что я, честно говоря, вообще не понимаю, что произошло. Куда у меня делся уровень доспехов? Между тем, я еще и булавы тоже прокачивал. Ничего не понимаю. Давайте пока на 4 уровне, что ли, оставим. Хотя нет, у меня, по-моему, как раз булавы были прокачаны на 1 уровень плюс, а вот доспехи, да, были на 5 уровне, совершенно верно.
Так, ну пока булаву мы прокачивать не будем. Давайте сначала посмотрим, что у нас там топоры дают. Потому что топор Хоргана, в общем-то, видимо, неплохой достаточно. Неплохая вещь. Так, снарядить. Фу, наконец-то мы ходим с вами не в исподнем. Так, ну и давайте посмотрим, что же у нас с топором Хоргана происходит. Урон 93. И нужен третий уровень навыка топоров. Дух ветра, обитающий в этом оружии, иногда просыпается при ударе. И тогда оружие бьет врага дважды. Раритет. Так, ну, знаете что? На самом деле, в общем-то, мне это оружие нравится почему-то больше гораздо, чем топоры и вот меч, который мы сейчас носим. Но понятно, что воспользоваться мы им сможем только на следующем уровне. Все-таки 93, это неплохо. Но, тем не менее, мечи тоже у нас неплохо бьют. Но вот здесь вот этот элементарный, вроде казалось бы, вещь. Как топор, она может ударить дважды. И шанс крита топором повышается. Ну, давайте тогда что сделаем. Вернемся в меню персонажа. И прокачаем топоры. Почему бы нет? Будем пользоваться тем, что дается нам свыше. Так, ну и что, больше он нам ничего не даст? Вроде бы нет. Ну что ж, друзья, неплохо. Мы справились с этим безумно сложным заданием осеменения. Так, зачем я это сделал? И давайте продвигаться дальше. Игра все-таки крутая. Так, ну и конечно, к сожалению, я сейчас бросаю все стороны в сторону. То есть вот в прошлой серии я был в катакомбах. Сейчас я опять спускаюсь в шахты. Надеюсь, что вам это не приносит никаких неприятных ощущений, потому что, в принципе, сюжетная линия здесь есть, но она достаточно такая, по каждому я имею в виду из помещений, простая достаточно. Вообще эта сюжетная линия очень даже неплохая, то есть с этими духами. Так, ну и где же у нас лифт? Давайте его подождем. По-моему, здесь можно вот просто так запрыгнуть на него, не буду что я лукаво. Так, отлично. Так, ну и нам надо с вами обязательно вот сейчас влево прыгнуть. Так, ну и на самом деле не очень удачно я это сделал. А, ну в принципе можно же схватиться за веревку. Так. Неудачно. Ну давайте еще немного подождем. Так, мне нужно влево, и вот здесь еще посередине, да, можно что-то сделать. Ну ладно, сейчас посмотрим. Самое главное, чтобы лифт приехал достаточно быстро, чтобы долго его не ждать. Так. Музыка, тем не менее, остается напряженной, так или иначе, несмотря на то, что большинство героев, врагов, мы с вами истребили, но тем не менее. Так, давайте приготовимся. Ну, это какой-то кошмар. Элементарная вещь, почему она у меня не получается, я не представляю. Так, ну и давайте сейчас я выключу запись. Когда я наконец туда запрыгну, мы с вами вернемся обратно. Так, ну что ж, и продолжаем. А на самом деле, вот я, видите, запрыгнул не туда, куда изначально хотел, но просто пока вот я пытался запрыгнуть туда налево, я обнаружил, что там сидит, точнее не сидит, а находится милый ребенок, которому мы должны найти собачонку. А туда, пожалуй, идти нам рановато, потому что, помните, да, там по 8 сразу срубает, по 8 урон наносится. Вот, не совсем это приятный момент, поэтому, соответственно, пожалуй, мы сделаем это чуть позже. Так. Ну и, как вы понимаете, я сюда прибежал с одной единственной целью. Мне нужен магазин. Как он меня успел? Ну что, мы сейчас вот этому отомстим товарищу. В эволюционной борьбе. Так. Так, ну и что же вперед? Мне, честно говоря, вообще нужно пометить каждый магазин, что же это за магазин. Потому что вот я... А, ну здесь оружие, все хорошо. Значит, мы пришли по адресу. Так, давайте продадим. Нет, сначала отремонтируем.
за одну монету броню и, пожалуй, вот еще целых 6 монет. Топор Хоргана. Отлично. Так, ну это мы, понятно, чинить не будем. Давайте что-нибудь продадим. Так, а что-нибудь это... Легкое копье, разумеется. За 14 монет. Папоротник не будем продавать, это понятно. Значит, булава, молот кузнеца. Урон 171. Так, а он нам, по-моему, нужен. Да, по-моему, нужен, поэтому мы не будем его продавать. Так, это продадим. Маленький сапфир. Ингредиентов для зелий просто навалом, на самом деле. 40 монет. Это круто. Маленький изумруд за 50 монет. Ну, неплохо, неплохо. Так, дрова тоже нам необходимы для выполнения задания. Так, ну и вроде бы все. Ну, кинжал, легкий кинжал. Да нет, давайте продадим его. Так, булаву пока продавать не будем. А, вот, секундочку, вот еще у нас есть тут одна драгоценность. Маленький рубин. Так, ну и вроде бы все. Да, совершенно верно. Так, давайте попробуем у него что-нибудь купить. Так, ну гладиус мы уже с вами носим. Вот было бы неплохо вот это копье. Но пока уровень копья у нас не прокачан. И скорее всего вряд ли мы его будем прокачивать, раз мы взялись за топор Хоргана. Широкий кинжал. Так, ну давайте луки и стрелы посмотрим. Так, что у нас по стрелам? Пока они вроде бы есть. Так, броня и одежда. Да нет, в принципе, то, что сейчас на нас, гораздо лучше. Так, ну и что здесь мы можем прикупить? Свиток телепортации в шахту. Ну, посохами, как вы понимаете, мы не пользуемся. Так, рецепты. Да нет, наверное, нам здесь больше ничего особенного не нужно. Так, ну и что же, давайте посмотрим по карте. У нас тут впереди еще небольшой момент, который нужно пройти обязательно. Давайте этим займемся. Вообще, вот эти порошки, мы их собираем в огромном количестве, но пока я им особенного применения не нашел. Так. Ну и отлично. В общем-то, сейчас мы поднимаемся с вами на уровень выше. Ну, какой ужасный звук. Вот, и как вы понимаете, мы вот идем туда, где у нас есть ход направо. Посмотрим, что же нас там с вами ждет. Самое главное не провалиться. Это самый интересный момент. Отлично. Так, ну налево мы уже были. А вот направо, соответственно, нет. Отлично. Зажжем фонарь. Отлично. Отлично. Так, ну и что же, давайте возьмем в руки меч и попробуем пройти дальше. Интересно, что нас там с вами ждет. Так, ну и открылся некий проход направо. Круто. А вот там я вижу наковальню. По-моему, она нам нужна для задания. И вы знаете, мне кажется, что вот с этими друзьями будет справиться не так-то просто. Мало того, что если сейчас я просто-напросто возьму и упаду, то они тоже упадут туда вниз. И как вы понимаете, мне это не нужно. Так, нет, вроде бы эти кузнецы... Кузнечные меха, отлично. Вроде бы эти кузнецы нам... Не вот особенно уж помеха. Так, отлично. Зажжем фонарь.
Так, я не совсем понимаю, как мне вернуться туда-обратно. Да. Похоже, что туда либо как-то иначе я должен попасть. Но не знаю, не знаю. Отлично. Так, хорошо. А мы здесь разве не были? Да мы здесь были. Вот это забавный момент. Тогда каким же образом нам нужно очутиться там выше? Интересный момент. Так, монетки. Ну что ж, давайте тогда вернемся назад, что ли, получается? Ой. Отлично. Так, куда же нам? Ну, давайте еще раз попробуем туда вернуться. Честно говоря, даже ума не приложу. Как же там себя повести? Так, я хотя бы туда сбросился. Я хотел сказать. Да нет, конечно, не туда. Ой, кошмар. Так, ну ладно, давайте ждать, когда придет лифт. Ну, в общем-то, да. Здесь, несмотря ни на что, все-таки не так просто. Потому что, видите, да, там вроде бы я спрыгнул там, где надо. Но между тем, как оказаться вот именно около кузницы, вот этот момент очень интересный. Ну ладно, сейчас мы с вами попробуем еще раз пройти этот момент. Так, ну и давайте сосредоточимся. Как-то очень давно себя не проявлял дух, который сидит в нас с вами. Так, отлично. Отлично. Ну, давайте попробуем. Может быть, каким-то образом надо именно прыгнуть сюда, что ли? Даже не знаю. Да, действительно. Да, действительно. То есть все достаточно просто решалось. Я тоже думал, что здесь какая-то очень серьезная загадка. Что я где-то что-то пропустил. Но на самом деле, как казалось, это не так. Отлично, наковальня. Свет в конце туннеля. Вы зажгли все огни в шахте. Отлично. Достижение — свет в конце туннеля. Эти черепа очень здорово посмеиваются. Так, снова легкое копье. И обязательно давайте посмотрим на него, что оно нам дает. Уровень 1. Урон 30. Но зато дополнительный урон копьями плюс 4. А здесь урон 32. Так, ну в любом случае давайте снарядим его. Так, ну и что же, другого пути нет, как только лишь идти сюда и возвращаться наверх. Шахту мы с вами прошли полностью, друзья. Так, ну и на самом деле возвращаться наверх мы будем гораздо проще. Да, так, давайте сохранимся. И что же, все, что я могу предложить, это все-таки пойти в канализацию. Да. Совершенно верно. Возьмем наш любимый с вами меч. Отлично. Вот, видите, немножко отвлеклись и зато решили кучу задач. Осеменили самок. Это важно, как вы понимаете. Без этого нам ну просто никуда. Теперь, я так думаю, о нас ходит очень такая приятная слава по всему подземелью. Мало того, мы взяли топор Хогана. Это неплохо.
Обидно только, конечно, что каждый раз, когда мы выходим из игры или умираем, монстр возрождается. С одной стороны, это очень неплохо, как я уже говорил, для прокачки, но не прокачка единой, как говорится. Так, отлично, красная слизь. Кстати говоря, красная слизь нам нужно будет тоже постоянно использовать, но синяя слизь нам с вами сейчас, как вы понимаете, гораздо нужнее. Так, и здесь у нас ключ от катакомб. Я это как-то пометил, да? Да, совершенно верно. Здесь рычаг, здесь сад и катакомбы. Угу. Так, а почему я не спустился, используя вот это? Ну, ладно. Не будем расстраиваться. Эти червячки, они нам вообще как бы не особенно не мешают. Так. Отлично. Не успел он среагировать, как, в общем-то, все для него закончилось. И что же, что нам сделать? Может быть, воспользоваться луком? Так. Я, честно говоря, даже не знаю, как спастись от этого товарища, который висит. Огненный шлем. Так, что у нас там по заданиям? Огненная кузня. Так, а вот смотрите, мы уже огненную кузню, в принципе, выполнили. То есть мы и наковальню взяли, и красный порошок, кузнечные меха, и молот кузнеца. Так, давайте вспомним диалог. Так, с кем мы разговаривали? Все понятно, я так и думал. Так, отслеживать. И где-то он у нас висит. Да, вот здесь налево. А давайте попробуем в наглую пробежать. Ну да, вот такие мы наглецы. Отлично, часть статуи Посейдона взяли. Отлично. Так, интересно, как же мне попасть вот туда? Вы понимаете, о чем я говорю, да? Или мне можно вот здесь лестницей воспользоваться? Угу. Странно, что я этого не заметил в прошлый раз. А может быть, заметил. Так, отлично. Там какие-то замечательные твари. Что-то типа лягушек. Но мы туда с вами обязательно спустимся, поверьте мне. Так, где мы оказались? Вот он я, внизу. Отлично, отлично. То есть срез очередной открыли. Это неплохо. О, вы посмотрите, сколько их там. Супер. Синий волшебный порошок. Часть статуи Посейдона. Круто. Ну что же, неплохо, неплохо. Странно, почему-то я в прошлый раз это место не заметил. Так, отлично. Так, ну и что же. Здесь какая-то дверь, но пойдем мы в нее, наверное, уже в следующей серии. Ну что ж, друзья, прям было очень приятно вернуться в эту игру. Вот, меж тем, начало серии, вообще вся такая серия немножко скомканная получилась, но тем не менее мы за нее очень много успели. Вот, что ж, я надеюсь, что прохождение вам нравится. С вами был Добрый Макс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!